Каналы Качинского Туск прикрыл. Дональд Туск – это новый премьер Польши, которого вот этот вот канал ТВП Инфо, это Право и Справедливость, их канал ручной был. Они там его, в общем, по полной. Каждый день, короче, они про Туска что-то там говорили, что он плохой, такой-сякой. И вот еще ТВП World. World – это на английском языке, то же самое, Качинского канал, Писовский, Право и Справедливость. Сейчас здесь Полония. Так что вот, все, доигрались они в демократию. Туск, новый премьер Дональд, он не потерпел такого отношения к себе, когда его там обливали грязью. Вот эти вот, этого карлика злобного канала. Ну, этот Качинский маленький дед, этот злой карлик. И он им отомстил. Молодец, все правильно, закрыл эти ущербные каналы.